Профессиональное событие. Нам очень важно искать новые проекты, вовлекать в инновационную систему, которую мы строим, и, надеюсь, делаем это профессионально, все новых участников. Нам нужен постоянный пайплайн. С моей точки зрения, каждый год он приносит что-то новое. В таких технологических вещах, как разного рода стартапы, это всегда приходится что-то изучать, что-то понимать о том, что вот возникли новые идеи. Это всегда очень интересно, да, и это не бывает вот таким вот протокольным мероприятием. Добрый вечер. От человека-амфибии. Мы приветствуем вас на 6-й церемонии вручения «Стартап года 2013». Очень важно, что этот конкурс, он стал, приобрел уже, можно сказать, всероссийский размах. Есть среди финалистов целый ряд региональных команд. Мне кажется, что это чрезвычайно важно, потому что развивает, повышает плотность сообщества. Нам нужно всем быть знакомыми, регулярно общаться с стартапером, инвестором, образовательным учреждением, потому что без образования, без повышения профессионализма и квалификации в области технологического предпринимательства не будет хороших стартапов, хороших технологий и успешных бизнесов. Креативные люди всегда интересны, потому что они, ну, зарождают какие-то новые идеи, да, общение с ними никогда не проходит бесследно. Многие из вас знают компанию Lenovo, но немногим известен тот факт, что компания с оборотом более чем 20 миллиардов долларов была образована группой таких же, как вы, студентов, преподавателей университета. Правда, университет был не в Москве, а в Киеве. И на сегодняшний день компания, мультинациональная корпорация, продолжает поддерживать подобные стартапы не только в России, но и во многих других странах. Хочу сказать спасибо, мы будем делать роботов и дальше, и они будут отлично продаваться, мы вам обещаем. Рабочий привлекает внимание, больше расширяет бизнес. Кстати, хорошо, стартапы сидят на первых рядах, а инвесторы сзади. Мне кажется, стоит рассказать, что фонд развития интернет-инициатив как раз сейчас отбирает в свой следующий акселератор проекты, и мы вас ждем.
В области глобальный стартап, конечно, это подразумевает, что компании будут выходить за пределы России на международные рынки, и поэтому мы считаем, что это очень нужное дело как для России, так и для глобальных рынков. Мы везде напишем, во всех наших статьях, блогах, то, что мы выиграли для нас команда года, то, что мы выиграли стартап. Ничего неожиданного. Может быть, это хорошо, ведь фактически сама индустрия и команды, которые мы видим, все в самом-самом-самом зачатии. Это самое начало довольно-таки длинной дороги. Награждаются ребята, которые вне зависимости от кризиса в стране, от того, что говорят, отсюда надо уезжать, от того, что здесь там не модно оставаться, остаются и делают бизнес. И что все такие молодые, красивые, задорные, и несмотря ни на что, они выступают как одно большое сообщество, чего раньше не было. Я вообще горжусь. На этом торжественная церемония вручения премии «Стартап года» вот с этим золотым яблоком закончена. До встречи в следующем году!